Привет, друзья! Каждый день новинки, каждый день новости. Компания Poco представила новый геймерский флагман F4 GT. По сути, это глобальная версия вышедшего ранее в Китае Redmi K50 Gaming Edition, про который я рассказывал, ссылку оставлю справа наверху. Но давайте рассмотрим, есть ли какие-то отличия. Посмотрим на характеристики и на внешний вид. Подписывайтесь на канал, поехали! Аппарат в основном повторяет модель Redmi как внешне, так и по начинке. Спереди устройства находится 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Частота дискретизации сенсорного слоя составляет 480 Гц. Дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Корпус имеет толщину 8,5 мм, а на боковой грани есть физические триггеры. Есть у смартфона и мощный вибромоторчик Cyber Engine, чтобы получать качественный отклик во время игры. Также заявлены динамики с поддержкой Dolby Atmos. За вычисление отвечает чип Snapdragon 8 Gen 1 с жидкостным охлаждением, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью в 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Аппарат работает на Android 12 с оболочкой MIUI 13. На тыльной стороне есть блок камер с RGB подсветкой. В нем установлен основной 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Фронталка на 20 мегапикселей тоже от Sony IMX596. Poco F4 GT будет доступен по всему миру с конца апреля по цене 46 700 рублей на родине в Китае, за модель 8 128 ГБ и 55 500 рублей за вариант 12 256. Для первых покупателей будет предусмотрены скидки. Аппарат выйдет в трех цветах, конечно же, будет их фирменный желтый цвет. Все самые выгодные цены на новинку оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, где я публикую самые сладкие цены с AliExpress. Спасибо за ваши лайки, впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.